Всем привет! Вы смотрите блог Galileo Sky, и с вами я, его ведущий Андрей Нагин. Как известно, одно из ключевых преимуществ терминалов Galileo Sky – это использование уникальной технологии EasyLogic. Сегодня мы расскажем вам, как определить, поддерживает ли ваш терминал функцию EasyLogic. Сделать это можно двумя способами. Первый способ – проверить этикетку внизу терминала. Около IMEI должна присутствовать цифра 2 в скобках. Второй способ – это отправить команду hardversion на терминал. Если в ответе после запятой будут стоять цифры, отличные от нуля, то работа с пользовательскими алгоритмами возможна. Благодаря EasyLogic партнеры Galileo Sky реализуют проекты любого уровня. Технология позволяет самостоятельно программировать терминал, не затрагивая код заводской прошивки. А главное, задавать алгоритмы может каждый, для этого не требуется глубоких знаний. Все строится в интуитивно понятном графическом интерфейсе в виде блок-схем. Заполните форму на нашем сайте, чтобы воспользоваться EasyLogic, и убедитесь в ее возможностях сами. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы полезная информация была всегда под рукой. Всем пока!